Ну там 4 человека. Ой. Слушай, там Гульдан, 2 танка. У нас кувалда. Блин, кого там пик нормально? Кувалда, да? Кувалда. Давай у нас. Сейчас затащу. Я всегда Сапер вот начинаю Диабло играть, я думаю, что брать? Либо пердуш, чтобы реген хп был больше от душ. Либо дань дьяволу, что когда у тебя 60 душ, ты сразу воскрешаешься, тебе быстрее, да? Честно говоря, быстро в ресе, блин, такое тоже, знаешь, если твоя команда сдохла, ты такой выжила. Я вот думаю, я буду фидить в этом катке или не буду? Кулдан тире или траун. Ну, есть, она помогает иногда быстро вернуться в замес, вот там, на каких-нибудь святилищах или что-нибудь. Да, Тирель там дамаж, ну не хапает, вообще не танк. Будет Хиролига плакать, когда, блядь. Да, она его опять без Луиза, сори. Ну, нас строит пока, блядь. Просто папчики. Я, короче, буду стакать сферки и вас постараться кидать. Я чепотку беру. Еее. Подкупать? Это, блядь, моя тема. На этой карте он заедется. Вот я буду топ постоянно, блядь, фармить. Как уйдет. Что они так скобал? Да, ну она гимп. Уебки фармит топ, блять. Ну да, это. Не гимп, но у него сильный урон, видишь, ей сложно играть, у нее просто не мобильная, она же раскладывается, стоит. Хули я должен с траулом стоять, блять. Ты уже выбил сверху. Блин, ну ты сейчас его не дамажишь, конечно. Он хилялся уже. Шел нахуй, блядь. Да, мы курицу убили. Он, блядь, пытается меня убить, не боюсь. Мне только сверху нужно. Все. Он пушкой меня заебет, почему-то проблема все. Забрали. Чё там у кувалды? Ааа, блин. Ну, с ним проще стоять, чем с кем-либо другим. Котер или Мичкин. Воу. Он умер. Пока, пока. А, наебал лоха. Лох петух и пидорас. Бля, я не знаю, я такой беспомощный, в принципе. На похуй, блядь. Ты мурмурка. Они меня убить хотят, суки. Пошел нахуй от меня. Гандон, блядь. Я яйцо не переставил, я с респа побегу, блядь. Мы забираем наш храм и бежим на бот. А что, пассивку на вот этот процент дамага, блядь, не берет никто? Слушайте, за... вам... Не понял. Мне нормально. Мы 2 отдаем, да? Да. Что, на да. боте отдали, что там вроде контролировали? Так бывало, да, потому что... Во-первых, во-вторых, тут трое было или двое. Мурки ебаные, вот и разбирать. Вам бы, потому что любит да, раскладываться. Да, дамажить. Валда раскладывается. Ага. Я опять не переставил, блядь, яйцо. Да что я говорю про него? Блядский день. Ой, слушай, ты не уйдешь. Ты не уйдешь. Ты меня расстраиваешь. Его поддержать, типа, ты не уйдешь. Ты умрешь тут. Почему? Нет, ты не уйдешь. Видно же, что не уходящий. А хоть опять. Так я мог бы уйти, но что-нибудь вспомнить. Я забыл, что я не тирели, я не взорвусь. Блин, да что ж. Заспеть несу. Ты когда за тирели играешь, ты типа... Не так расстраивается, что умер, потому что может взорваться. Да, это может взорваться, да, да. Аллах Акбар. А ты профессионально играешь в эту игру? Так само собой. Убегает, убегает. Но он убежит. Отъебись ты от меня. Давай гангируем топ, надо мурке помочь. Долбоё. Беспредел какой-то. Куда ты так выезжаешь? Я на этого бежал. Мурки далеко. Все правильно, бля. Вот так с этим пидором. Влочите его, бледину. Черт. Это грубо было с твоей стороны. Сейчас секунды и будет. Давай, шлюха, блядь. Умрёшь нахуй. Умрёшь, блядь. Меня пот. Два. Два подкупа есть. Может это на топе? Сломаем? Давай, подкупаем. Мы отправим отсутствие сильных соперников, заставим многих ливнуть.
смысле. Ух, с подкупом на башню. Блин, храм... Маля, чем, алло? Я буду пушить, а пока, блядь. Смотри, блядь. Оп. Летит. Я не могу под этим метеором взять. Нашел друга. Валда. Ну, с проблемами. Найс видео. А, это кувалда. Ой, не ходи туда. Не надо так. А чё, кто меня? А, это фигня. Ну, я тоже тебя принял. Да, как бы. Ну, она что-то надеялась-то. Два танка и всё. Не, я... Если бы он меня не утащил, я бы выходила. Язычком притянул, да? Ну. Ну, просто... Мы тогда играли в гробнице, вот он тоже его дыхаковал. Подлавливал, вот две шипки я сделал. Смотрите, петушня ебаная. Долбоёбы, блять. Так, мы уровень просираем и... Да просто гул'дан? Что у нас вообще? Блять, да какого она не прокликала? Я бы вообще-то в дефаку убил. Петух ёбаный, ты охуел нахуй, ты на папу, блять. Я его перекинул и не оттолкнул. Ты вша ёбаная. Ну уходить пора, ну очевидно же, кувалда, блин, когда в тебя прилетел меч. О, фигенько, блин. Да кто-то? Нет, куда? Больше половины упало, блядь, когда сам один на один берусь. Блядь, он всё КП за сосед. Да, блин. А подкуп зависит, типа, за крипа дается один стак, да, я так понимаю? Десятый, да, фух, да, потому что они вовремя уходить не могут. Ты можешь берешь, ну? Чувак, ты шо, блять? Да. Я могу марш взять, если хотите. Ну, бери, что хочешь. Я хочу огненное дыхание взять. Возьму смехватно. Что ты ТЦ? Будет контролить. Да. Вот здесь уже батя будет разбираться по-другому. Еще начнется настоящий бой. Да им пизда. Ты только мне покажите, блядь. Я понял. Шо творим, нахуй? Просто помой. Говорят, плохая ульта. Это хуйня полная. Минус 2, видишь. На миду бесплатно. Блин, освещение. Не успею, да? Так, ну по уровню мы догнали. Сайт вход идет уже. Да как-то файты выигрывать и расставлять. Что вот он опять там делал? Я не буду его спасать. Понял. Бля, на самом деле, смотрю, у нас 24 всего лишь. Да, да. Это можно исправить, как бы там. Блин, я далеко еще. Восстанавливать. Братик, ты че стоишь, стреляешь? Ты хуй. Моржовый. До конца гейминг. У меня еще есть эсмехват, он вообще на ускоп, блядь. Или скоп. Ой-ой-ой. Андрюша, блядь. Сука, дракон, блядь. Я вылазил. Не дьявол, это. Пить надо. Один дамеш, один, на. Че 13? О, тут наш форт. Ой, второй. Трал, короче, такой циклон. Меня 150 раз мог убить, уже ульту бы дал и убил. Жалко. Че ты обзываешься на трала? Боже, это так смешно просто, что он не понимает, как персонаж. О, на боте надо драться. Промахнулся, да, дурачок? Генератор пузырей. Пошел. Где тут трал? Где он был? Да он убежал. Да-то. Стреляет. А, не тут. Ой-ой-ой, ты нашел, что-то слишком много. Вот здесь можешь, трава, трава. Это все, пока. А, не мота.
кувалда просто... Я же говорю, и он встал в стойку стрелять здесь! Стойку. Ой, я лес начал достать. Я люблю. Лук расстреливай. Да, я сейчас буду их расстреливать. Сейчас мои пацаны пойдут, блядь, расстреляют. Подкупаешь? Взял другую бутылку. Конечно, блядь. Я нахуй покупаю, блядь, постоянно. О, слушай, они пушат, да? Ой-ой-ой. За шо? На знаботность. Зря дался. На, Гул'дан. Вовремя пришел. Где Кейт? Они все равно полетели, заебись. Блять. Играю нахуй за всю команду, блять. Ну, другую то есть чаще буду брать, она в принципе топовая. Просто сейчас, раз такой фан, и под ДТЦ можно взять тогда маг. Та ультаконтроль дает, такие круги на земле взрываются. Она так-то получше. Другой раз возьму. Так, ну и все 16-е, ну, загадь. Ну, как он забыл? О, они идут. Да блин, нахуй ты его сюда-то привел. Да не мешало. Шикарно, слушай. Я что мог сделать? Этого вправо. Ешечка, блядь. Пилимся живем. А, бегите, карта снулся. Следующий нахуй, иди сюда, ты шмаль, блядь. Станчиком. Шо? Да нормально. Не могу тебя обогнать. Алтари надо забирать. 5 секунд. Нет, не успеем, уйдет. Ну, куда мы пойдем, интересно? Надо их не попробовать забрать. Ну, на низ идите, наверх, если, короче. Андрюш, это же учитель, ну какой их, блядь, ёбан рот. Ну, да, понял. Его на не учитель, а преподаватель. Он вообще-то учитель года. Блин, не русского же. Да блин! Тут, ты, короче, ты берешь, этот самый. А чё, он надо вниз, короче, бежит вниз. Их уже не сможет. Я не успел сбить. Да. Я иду на ботну. Там гей фальстад. Фальстада можно выебать. Ну, не все, у меня моша нет. У меня есть мощь. Всех хиляю. Как я поджог, а? Ты прекрасен, видишь, как всегда. Mm. Лучше всех. Бам! Что-то сейвит. Блять, я опять забыл переставить этот самый. Яичко. О, яичко. Ну да, ну типа... Подожди ко мне, Андрей. Подожди, не тапай. Сколько? Хил. О, 177. Я затерял, это убьет немножко. Лови пидора. А у меня маунт. Лови его. Я тебя убью. Убью нахуй. Где, где? Покажите мне этого, блядь. У Мансит. Петушка, блядь. Я ему сейчас нахуй дам мансы, блядь, шмансы. Нахуй. Оп. Петух, блядь. Так, можно какой-нибудь пак. 72. Или... А может бусы расстреляем, слушай, что-то примет этот комбо. Ой, тут. Тут. Это вот уже неприятно. Осторожно. Я не мота. Блин, плохо. Блин, нам как-то по фортам было сравниться. Ну, ладно, хоть мне это пихивать и тот. То есть по расстрелу. И тут я опять делаю... Грязь я бы хотел это сделать, но не получится. Блять, гандон ебаный. Я хотел их пак спиздить, чтобы он пошел в пору. А по-моему, мне не получится. Сейчас 20 секунд еще. Ну, я постараюсь, по крайней мере. Ого. О, стадис. Красиво. Да, только нет, никого нету. Я прекрасно. Вы не заберете. Андрей умрет. О-о. Опять ты. Древлю.
Кувалда не заберет, ладно. Что за яйцо перед воротами светит? Не, это мурчало. Да, это с рыбкой. Ну, типа, часто умирает, но часто резается. Такой интересный герой. Где ты там? 5 секунд. Хотел, блядь, это самое. Они, мы они убили эту хуйню, блядь. Что просто пошло не так, блядь, извиняюсь. Смотрите, что творит их. Кушня, блядь. Иди нахуй отсюда. Они все расстреляли, что ли? Ребята. Тут стоит масленок Джо, блядь. Можно его убить? Спасибо. Кувалда такой развалился, дамажит. Мне кажется, он крипчиков начинал. Давайте босса бить, короче, мы хотя бы сравняемся, поэтому фигня надо что-то сделать. Ну риск, конечно. У них двоих сейчас не будет дольше. Зачем ты их отпихнул дальше к их воротам? Кувалда. И я сейчас его пойду, не может босс. Нормально, ну спасибо. Босса не убьем. Давайте посмотрим, окружаю. Блин, плохо окружил. Андрюша, не надо так делать. Ты как там оказался? Нас же всех выдули. В смысле? Я из туннеля вылез. Через канализацию пролез. Через кого отстойники? Ой-ой-ой, интернет. Я перемотку нажал, блин. Да, все видели. Я заснял. Ой, фостадис, слушай. А мне страх. Ой, что-то. Я их жарил. Больно! О, ну я здесь хочу подохнуть. Можно не умереть? Валду дефать надо, я на всех убьет. Я даже не долетел в сухой, к сожалению. Бля. Да, вот. А вы там подеретесь, я пойду попытаюсь вниз забрать, да. Сейчас быстренько. А, я забираю его в любом случае. Блин. Да. Ну Тирелли бьет. Кувалду не достал, да? Нормально. У меня вот быстрее лес, сейчас появился. У нас один храм, да, такой внизу? Угу. Хаммер, помоги, Хаммер, помоги. Вдвоем не заберет, что он очень помогет. 20-й есть уж как-нибудь. Надеюсь. Ты в этой фигне стоишь. Я знаю. Я не могу пофигу. Же форты плотные, блядь, сейчас охуели. Там че, луда. Мы все забрали. Во, мы вперед вышли, отлично. Так. А храмы зачем, да? Ну, такая карта, но напрямую нельзя. Я опять нажал перемотку, потому что забыл, что поменял местами. 4 храма рандомно. Вот. И надо их захватывать, из них драться, тогда будут стрелять уже по вражескому КЗ. Пушки. А как я... И почему Е, блядь, что происходит? У меня клавиши начали выебываться или что? Почему, блядь, Ешка ебаная не нажалась? Блин, а шо ты, Вася, а куда ты, блядь? Уж можем проводить по боту, да, не, уже. На самом нет, деле, нет. Вот можно. А, нет. Можем эти проводить. Перебили. 216, вот как классненько. Дыщ, 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 по боту пойдет, он может дойдет до конца, вот он полетят в кору. Шикарно. Сейчас я им еще грязь сделаю, пойду. Бот подпишу. Сейчас они, если, либо будут держать их, либо тут. Так. А что это он не туда зашел? Ага, меня не сдвинешь, чувак. Да блять, скифир. Все готово. Задний за. Да, я заберу. Задний. Во! Я был топ демедж 76 тысяч. Я уже понимаю. Хилка. Сейчас отрубить не туда.
Мурки прекрасный персонаж. Смотри, на этой карте мы сами не бьем здание. То есть, понял, вот мы захватываем храм, и в зависимости от сколько у нас фортов, столько снарядов там летит во вражескую кору. Если они захватывают, летит в нашу кору. Просто я так захотел. Босса захватываем, тогда 4 снаряда влетит в вражескую кору. Пускаем лагерь, они дойдут до конца, тоже летят. То есть тут напрямую на этой карте не бьешь вражеское здание. Тут надо именно точки захватываешь. Вот война за эти позиции. Нихуя себе, 76 000 дэмэджа, блядь. Гул'данчик, кстати, мог больше нанести. А что он вообще прокачал? Мы сейчас посмотрим, почему наш Гул'дан нанес на урон. Еще говорят, это ульта так себе. Первый талант, хорошо. Если есть второй танк, норм контроль, то это дамаг шикарен просто. Полная хуйня.